Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры Tales of Arise. Так, у нас ферма, у нас своя ферма, Карл, я фермер. Да, и монстрики, скорее всего, уже отспавнились, естественно. Еда нет, а вот монстрики, да. А, не, подожди, меня прям заспавнили здесь? Вопрос, а я овечек смогу выращивать? Погоди, так это не вот это место, это фермерское. Ага, окей. Так, подожди, давай посмотрим. Здесь мы... Ух, ё-моё, сколько там животных. Здесь мы были. Мы здесь бегали? Бегали. Вот, свинохряки. Это свинокролики. Все, я слово вспомнил. Так, там овечки бегают, но овечки нам не нужны. Так, получается, что у нас? Пшеничка. Вот сюда можно сбегать? Но я думаю, попозже. Мы сейчас по сюжету пойдем. Хотя очень туда хочу сбегать. Поэтому... Давайте вот сюда сходим, посмотрим, может, я тут что пропустил. Но этого-то мы забрали. А, ну все, тут мы ловить-то нам нечего. Давайте сохранимся. Да. Вообще, в идеале вот это сделать. Все, прекрасно. А, я хотел сбегать к этому, со снарягой, посмотреть, что почем. Ну, может, кого-нибудь сейчас вынесем по дороге. Хотя не факт. Странно, зоглов нету. Подожди, а почему хавка отспавнилась, а зоглов нету? Странно. Я думал сначала, что вот эти вот каменные, это големы. Но это не големы. Я думал, что дед нам даст, ну, что там будет задание. Чисто вот на големчиков. Ну, повыносить их. Я просто хочу хавку собрать для блюд. О, кристаллы отспавнились. Да ладно. Вы что, гоните, что ли? Не, ну дракон был вообще ништяшным. В предыдущей серии прям, ух, он прям выпрыгнул из ниоткуда. Ну ладно, окей. Я надеюсь, сейчас мы нам на оружие хватит. Просто если нет, то печалька. Если да, то красота. Здравствуй, друг мой. А создать оружие? Да, конечно, изготовить. Нет, наручи титан не нашли. Но... Иглогром, добро пожаловать в семью. Да, добро пожаловать. Использовать, да, окей. Глиняных осколков тоже нема. А, тут у нас наручи титана тоже не нашли. Слушай, ну ты не хреновая книженька-то. А тебя мы прокачали. Так, давай продадим тогда. Да, держи. Мечи. Подожди. Чё за прикол? Подожди, что происходит? Я не понял, почему у меня снаряги нет моей? Ну, а я не могу клинок греха продать? Кстати, клинок греха-то это с той броньки, получается, выпал. А почему я не могу клинок греха продать? А, ну это твоя винтовка. А, то есть, эту я не могу, это ее. Эту мы получили вместе с костюмом. А это типа нет. Окей, понятно. А у тебя с книжками? Да, твоя и новая. Ну и перчатки у тебя топовые. Слушай, давай-ка мы... Ну ладно, хрен бы с ним. Ну все, тут ловить нечего. Я спать не буду, потому что зачем? Короче, разочаровался я. Я думал, блин, это ж сколько мне фармить их надо. Да хрена. Не, я нафармлю. Блин, с другой стороны, вот смысл есть в город идти. Можно же пофармить немного. У нас еще надо в деревню будет тэпнуться потом в нашу. Смотри, давайте сохранимся, мы же... Там вроде новую пушечку все приобрели. Как-никак новый игломеч у нас. Вот, кстати, облики. Это все мечи, которые у нас есть. Ни хрена себе, землеклык прикольный. А можно как-то убрать облик? Убрать. Все, я не хочу облик, я хочу с мечом бегать. Ну потому что у меня... Вот я могу убрать? Надо литнуть. Я ни патлы не могу, ни этот не убрать, да? Ну это доспех греха хотя бы. Классный костюм. Ладно, оставим этот. Давай тебе тоже уберем. Не, стоп, подожди, тебе уберем наоборот. Ну просто я хочу, чтобы у них оружие было. Ну ладно, твоя книжка фиг с ним. Твоя, да, тоже делить не могу. У тебя просто классная пушка.
Кстати, по поводу ушей и всего. Блатная баба. Блатная. Нет, это тебе точно не надо. Ушки поверх ушек. Не, вау. Имбасотка. О, цветочек. Крылья нет, а вот цветочек, да, почему бы нет. Как-то так. Погнали. Ну что, врываемся. Разну... Ой, это птички улетели. Точка переноса добавлена. Прекрасно. Давайте посмотрим, что тут за город. Ой, я случайно скринчик сделал. Черного экрана. Ой, как тут классно. Смотрите, а рыцари с детьми играют. Интересненько. Слушайте, ну для захватчиков как-то город шикарно выглядит. Вам так не кажется? Прям очень шикарно. Ну, то есть, здесь никого не пиздят. Как минимум, извиняюсь, да, за выражение. Но это не для 18, это 18+, у меня весь контент, поэтому материться я могу. У меня контент не для детей. Висинт. Висинт? Да. Но он выглядит классно. Слишком классно. Я этого не понимаю немного. А тут ренианские солдаты. Просто мимо прошли и все. Типа, неужели город под их контролем? В первый раз вижу столько рениан. Нет, взгляните на их ядра. Эти люди, да не они, они рабы. Прикольно. А, ну да, камни белые. Для рабов они слишком хорошо одеты. Что странно. Да еще и улыбаются. Странно, что здесь не так. Реально что-то не так. Извините, вы ведь в первый раз в Эльде Мананси? Минанси. Прошу, не беспокойте, все в порядке. Меня зовут Драшен, я работаю в департаменте социального обеспечения. Социального обеспечения? Да, мы следим за уровнем благосостояния всех горожан. Встречать приезжих — часть нашей работы, только вот гости заглядывают к нам нечасто. Ну, правильно. А в качестве приветственных подарков вы им случаем никакого даете? Вздор. Ваше опасение можно понять, однако смею вас заверить, что тут все устранено устроено не так, как везде. Прежде эти земли ничем не отличались от других королевств, которые подчинялись безжалостным правителям. Но все изменилось 7 лет назад, когда власть оказалась в руках у его светлости лорда Дахалима. А лишь под его правлением нас, Даниан, впервые за все время начали ценить по достоинству. А все жители данные уважают лорда Дахалима и готовы служить ему верой и правдой. Я не ослышалась? Неужели даниане в этих краях служат ранианскому лорду по собственной воле? Убедитесь сами. Ваше передвижение по городу никак не ограничено. Если вам что-то понадобится, просто попросите. Что-то не так. Выкладывай. Мы ведь пришли сюда, чтобы всех освободить. Ага. Но, похоже, местным данианам рады служить Дахалиму. Так какую стену мы собираемся тут разрушить? А не все равно. Так нам будет даже проще подобраться к нему. Да, но... Так-то Драшен предложил нам самим во всем убедиться. Может, стоит осмотреться, вдруг что-то узнаем. Вам не кажется, что это слишком... Я человек, который ищет во всем подвох. Во всем подвох. Абсолютно. Тут три квеста. И вот. Мирный город. Я вообще во всем подвох еще. Тут квест прям вот. Не, я не пойду с тобой разговаривать. Пойдемте погуляем по городу. Пообщаемся, квестики позабираем. Ой, ребят. А прошу прощения, сэр, вы ведь кажетесь не здешним, так? А, да, мы не отсюда, что? А прошу прощения за столь неожиданный вопрос, но у вас часом не найдется гранитных клыков. Их делают из клыков зогла вепря, а они как раз за горном встречаются. А вам нужны клыки зогла, но зачем? Их так из них что-то оружие делают? А нет, дело вовсе не в этом. Видите ли, эти клыки имеют цвет под действием яда, а приборы... Выточенные из этих клыков пользуются спросом во дворце Аутелина. Ага, вот я и надеюсь пополнить свои запасы. Что? Кто-то боится, что его отравят?
Так, на арене строго чтут иерархию. А, трудно представить, что кто-то решится отравить аристократа. Да, я тоже никогда о таком не слышал, однако во дворце есть традиция предлагать эти клыки как диковинку. Я уже и странников просил помочь, но они, очевидно, заняты более важными целями. А потому, если у вас вдруг есть эти гранитные клыки, я бы у вас... У вас штучки 4, да? Конечно, держи. Конечно, стоит у нас найдется. Замечательно, благодарю вас. Теперь мне будет из чего делать новые приборы. Так вы сами создаете приборы. Может, я посмотрю, как это делается, если вы не против, конечно. Я вовсе не против. Заходите, как выйдется свободная минутка. Было бы совсем чудесно, если бы могли сделать из парочки клыков Ору Алфен. Не слушайте меня, и кажется, нам пора. Хорошо, еще раз благодарю вас за щедрость. Да не за что. 175, 1500 монет. То есть бабки здесь зарабатываются фармом монстров и продаванием их частей. И выполнением квестов. Заглох получился отличное оружие. А, Ору! Я сначала не понял, что он хотел этим сказать. Ору это... Ой, это оружие. Так, тихо, парень. 500 монет. Кошель нашли. Так, окей. Сундук. Блин, как меня радуют исчезающие сундуки. Просто. Ты бежишь, и сундук исчезает. Не, ну здесь красиво. Как минимум. Как максимум здесь интересно. Я хочу сначала выполнить пару квестов побочек. Ну, посмотреть город плюсом. А потом уже заниматься всеми делами. Кузнец. Братан, здорово. Да, я знаю, что ты. Изготовить оружие. Нет у меня наруч титана. Вот... И глиняных осколков нет. И астральных сфер нет, к сожалению. Но у тебя уже скрафчено. Так, ну ты мне вряд ли чем-то изготовить аксессуар поможешь. Стихийная защита, урон от воздуха. Урон от воздуха и земли минус 50. Я не понимаю приколов в основном навыке. Урон... Вот почему не пишут урон по вам, к примеру. Как я угадаю? Если я меньше буду воздух и земли носить, то это говно. Если по мне, то это хорошо. Скорость восстановления, ШП, урон от тьмы. У меня его нет. Макс ОЗ плюс 15. Может быть. А, кстати, тема-то хорошая. Атака плюс 15. Урон от воды 7,5. Нокдаун с размаха. Сопротивление пролечу. Урон в... Ага. Урон в воздухе, земли, нокдаун с размаха. Урон цвета тьмы, заполнение шкалы и усиления. Я хочу вот это посмотреть. Сопротивление пролечу. Урон в нокдауне. Давай вот это вот возьмем. А почему вот это? Потому что мы можем это улучшить сейчас. Всяким хламом. Да. И тем самым мы получим неплохую шмоточку. Потому что мы ее даже сейчас оденем нашему другу. Она дает доп. Атаку. А мне атака прям нужна. Так, что у тебя? Стихийные атаки. Давай тебе стихийную атаку дадим. А, защита. У тебя что стоит? Сопротивление, заполнение шкалы усиления. Ага. Урон от воздуха, заполнение шкалы усиления. Урон от воздуха, урон... Вот это вот, от огня. Потому что ты у нас маг, ты у нас херачишь разными... А, подожди, способностями. А ты у нас что у тебя? Пробивание, пробивание, повышение шанса выпадения редких материалов. А тебе нахрена? Ты у нас что, редкими материалами борешь? Ладно, окей, пошли отсюда. Тут ничего нет ценного. Да. Ну, можно было бы закупиться чем, но нам пока не надо. Блин, классная игра. Она очень затягивает. И вот сейчас появился... Тихо, тихо. Вот как я в этом городе найду сову? Так, мы оттуда пришли. Давай налево пойдем. Чё? Вот как я в этом городе грёбаном, где тут все мерцает и блестит, найду эту сову? Так, стоп. Вернемся. Сова где-то рядом. Блин. Насколько я понимаю, вы путешественники. Прекрасно, что вы сюда заглянули. А вы и брови не повели, увидев нас вместе. А между тем, среди нас есть ранянин.
удивлены. Думаю, вряд ли такую картину можно часто увидеть в других краях Даны, но здесь в Висинте это дело обычное. Эх, мы хотим попасть во дворец. Мы правильно идем? Да, совершенно верно. Хотя, судя по вашему виду, я бы сказала, что вам скорее нужен тренировочные плацы. Тренировочные плацы, говорите, это... что же, какая-нибудь арена, где люди убивают друг друга на потеху публики? Нет, нет, ничего подобного. Никаких таких ужасов. Тренировочные плацы, они есть тренировочные плацы. Ну что, правда, это правда. В прежние годы это было жуткое место. Рабам приходилось драться там и друг с другом, и со свирепыми зоглами. Но когда к власти пришел наш нынешний правитель, лорд Дахалим, он немедленно положил конец этим чудовищным усилениям. Этернианский-то лорд. Плацы переоборудовали, и теперь это просто место для тренировок. Так что его теперь... Его так и называют. В первую очередь они предназначены для сражения Эльдеминансии. Но вход открыт для всех желающих. Для всех, даже для дынян, конечно. Как по мне, эта арена слишком тяжелое испытание, но если вы хотите отточить свои навыки, рекомендую туда заглянуть. Тренировка плацдарм для всех, окей. Но я ни хрена за это не получу. Ну просто, типа, я бегу. Я вообще сову ищу. Он где-то тут. Это, как бы, я не планировал с ней общаться. Я слышу его. Сука, где ты? Угукни еще раз. Слишком ярко. Я уверен, что он где-то здесь, но я толблюсь в глаза. Так, стоп. Сова исчезла. Ты где ты угукаешь-то? Я слышу его. Вот он! Ну вот как его можно было так изи заметить? Это было сложно, поверьте мне. Очень. Окей, так, мы бежим туда. Давайте сбегаем туда. Но это реально было сложно. В смысле? Ага. А туда так просто не сбегать. Там риньяне что-то творят. Так, где у нас квест еще? На, справа, да? Погнали. Тележка перевернулась, ага, говорит тебе. Привет. Кто-то зовет на помощь. Okay. О, вы ведь с тракта пришли, да? На этого не наткнулись случайно по дороге? Кого этого? Я про огромного зогла, который парит в небе. Но временами пикирует и нападает не только на людей, но и на других зоглов. А даже на зоглов? О, такого не каждый день услышишь. Ага, вообще странное дело. Страшное дело, даже местным воякам он не по зубам. А мы его завалили, это дракон был. Обычно он сам не нападает, но если заметит какую-то заварушку, то тут же бросается в бой. О, а мы до этого разве не убили уже какого-то такого? Ага, помню, был такой зогл, который на всех кидался. Что? Уже убили? Да? Пылающий меч и его команда просто нечто. Ну, значит, награда ваша, берите. Ага, совсем не против, если бы в мире было больше зоглов, за которых положена награда. Мы бы тогда разбогатели. Но если ты сам когда-нибудь совершишь крупное преступление, за твою голову будет награда назначена. Примем. Причем немалую. В таком случае я лично его поймаю, а награду можно будет отправить пострадавшему. Хватит делать из меня преступника. Как бы то ни было, спасибо вам. Теперь тракт станет куда безопасней. 5700, ни хрена себе. 5700, это прям шикарно. Что мы получили? Повышает максимальный ШП на 1? Да. Блин, а почему тебе-то? Тебе нет, конечно, не хотелось бы, но ладно, окей. Так, сова, что там? Пухня, сопротивление. Давай сопротивление возьмем. Так, у тебя я там со стрельбой что-то видел. Увеличит количество специальных снарядов. Да, спецснаряды. А мы тут, получается, идем в сопротивление, либо в защиту. Я в защиту пойду. Ну, неплохо, чё? 5800. Да, жалко, что за всех зоглов не дают плюшки. Так, там еще квест.
Ну, сова, конечно, вот эта, которая в горшке сидела. 10 из 10, если честно. Возможно, возможно, вон... О, сундук. Возможно, вон тот вот... Твою мать. Ты посмотри, что тут вообще творится. А может, кому-то нужна помощь. Да, вон чувак справа. Это, наверное, арена. Сейчас узнаем. Ничего, никто ему не хочет помочь? А, Гурден, это тот чувак, который хавать любит. У, эй, ты как? Погоди-ка, это не тот ли гурман, с которым мы уже встречались? А, привет тебе, пылающий меч. Мы с тобой в последний раз виделись в Цисладди. И, конечно же, я хочу есть. А, опять. Лоу, дай ему тех грибов, что ты только что собрал. Эй, да, тебе никак... Наука не впрок. А что за поганые грибы? Ты мне хочешь в глотку затолкать. Не знаю, нормальные грибы, по-моему. Мне бы твое безрассудство... безрассудную храбрость, дружище. А вообще, это не имеет значения. Я прибыл в Виссинт по важному делу. Проводя тщательное расследование, все разнюхав, я добыл секретные рецепты самого дворца. Вот только ингредиенты у меня кончились. Нельзя ли вас снова попросить достать то, что мне нужно? Погоди-ка, что ты там говорил насчет разнюхать? Сначала ты меня ответь. Ты мясо любишь? Ха, еще бы. Кто же его не любит? А, ну так вот, рецепт, который я стащил, не что иное, как рагу из говядины. Первоклассное блюдо, в котором главное как раз мясо. А так значит, ты все же украл рецепт. И что с того? Кому какое дело? Так что скажешь, достанешь то, что мне нужно или нет? Алфон, я не сомневаюсь, что он нарушил закон. Он просто достал рецепт дворянского блюда. Не думаю, что это делает его преступником. Вот именно. Я просто воспользовался тем, чему научил у меня глаз гадюки в Цисладии. Во время высокого кулинарного искусства. Во имя высокого кулинарного искусства. Он это сейчас серьезно? Мне нужны мясо и картофель, еще грибы и помидоры. Сможешь их достать? Да, у нас все есть. У нас и так все уже есть. А в таком случае следуй этому рецепту и приготовь мне рагу из говядины немедленно. Почему это опять должен готовить? Так, не терпится узнать, в чем... Все это кончится, Алфон. Тюрьму это кончится. Нашими нарами это кончится. Ну что, неужели эта рагу до сих пор не готова? Извини, Лоу, тут сказано, что его нужно варить не менее... Так, на медленном огне 5 часов. 5 часов! Эта говядина была бы вполне хороша на вкус, если бы мы ее просто поджарили по-быстрому. Так, если будешь продолжать в том же духе, ни кусочка не получишь. 5 часов, Карл, 5! Я в жизни столько хавку не готовил. Да в принципе, даже борщ варится быстрее. Ну вот, теперь кажется готово. Ого, только смотрите на эту красоту, а запах просто божественный. Ну что ж, посмотрим, как оно на вкус. Ого, это просто невероятно, изысканно. Я в раю, так, ей-богу, мы живем в золотом веке кулинарии. Это еще ничего не говорит нам о настоящем вкусе блюда. По-моему, в этот раз у него еще более бурная реакция, чем в прошлой. Ладно, Лоу, может теперь ты попробуешь? Конечно, ответа немного. Обалдеть, мясо такое нежное, кажется, прям во рту тает. А соус такой густой, насыщенный вкусом мяса и овощей. Он всему блюду придает невероятный аромат. А овощи-то какие? Сочные, вкусные. Как раз такие и нужны, чтобы получить настоящий гарнир. А тот, кто придумал эту еду, уж наверняка старался над каждым блюдом. Надеюсь, такое во дворце подают. Знаешь, Гурдена, ты был... взял пример Слоу, да, получил описывать вкус как следует. Ха, много вы понимаете. Этот парень только челюстями щелкать умеет. Слушай, ты, дубина неотесанная, вкус выражает всем телом, нет, всей душой. А ты на меня вообще смотрел, видел, как я двигался всем своим существом? Ты глаза-то разуй и посмотри как, посмотри так, чтобы прямо в мозгу отпечаталось. Готов? Невероятно. Да, понял. Я был неправ. Ни к чему так волноваться. Уф. Если быть объективным, мой желудок полон и вкус был достаточно хорош. Теперь я могу покинуть это королевство, ни о чем не жалея. Мне пора в путь на поиски еще более впечатляющих деликатесов. Прощайте, мои товарищи по кухне. О, рецепт из рагу.
150 монет 1100. Кстати, ведь фармя монстров мы сможем уже получать очки, которыми в дальнейшем сможем прокачивать все остальное. Висинт? А, это что? А, понял. Так. У меня была болка. 3 пока. Вижу, 4. Надо пообщаться с народом. И тут непонятная локация. 5 даже. Давай сходим. Прикольно. Прикольное место есть, а зайти не могу. Давайте посмотрим, что тут. Все прохожие выглядят такими спокойными и счастливыми. Видимо, с дынянами тут и правда вращаться, не как с рабами. Здесь действительно смогли добиться равноправия? Если так, то почему, ради чего? Что здесь не так, даже если они притворяются, что все в порядке? Мне кажется, нет. Что вообще на уме у этого лорда Дахалима? Ей что-то не нравится. А, то есть мы просто послушали, да? Мы сюда попасть не можем. Угу. Давайте общаться с народом. Ну, мы все квесты выполнили. Да, всем помогли. Сюда не можем попасть? Не можем. А, тренировочный плац. У нас тут есть 4 мирных жителя или 5 даже. Давай пообщаемся. Пацан, как жизнь? Здоров. А неужели все эти люди переехали сюда? Папа говорит, что людям раньше приходилось таскать много тяжелых и опасных штуковин. Что-то не верится, чтобы тут творился прям такое. А, то есть мы даже не разговариваем, мы просто краем глаза слушаем. Ну давай, пообщаемся. Да, еще 4 этих общалки. Ну, мы сначала влево пойдем, так как мы тут, в принципе, все посмотрели. Да, осталось только справа пообщаться. И на арену тренировочную зайти, посмотреть, что там. То есть мы не будем прям говорить ни с кем. Хорошо. Эй, стражник, ты разве не должен сторожить? Не знаю, из каких ты краев, но здесь в Минансии все мирно. А маловероятно, что у нас случится что-то ужасное. Ну да, благодаря лорду жизнь у всех нас хорошая. Вот видишь, и в любом случае здесь нет не только мы же, есть и другие стражники. Мир не рухнет, если я немного расслаблюсь. И тем не менее, в городе так спокойно именно благодаря тому, что здесь рнянские солдаты. Ребята, на вас всех молятся, так что, пожалуйста, не рушьте их иллюзии, ладно? А ты, мастер, говорить, приятель, ладно. Промочим глотку что-то. Короче, я так понимаю, здесь жуткое счастье творится. Прям жуткое счастье. Все счастливы. Прям все. Ты что расскажешь? Классная броня, здоровяк. Можно мне примерить? Ага, наша броня подойдет и дынянцам вроде тебя. А только сперва подрасти. Я буду стараться. Вырасту большим и сильным, обещаю. Запах слова на букву П. Пиздежа. Так, о чем ты хочешь, с тобой можно поговорить? А вспоминаю, что будет. Что это за место? Похоже, тут довольно оживленно. Здесь может что-то переходить. Нет, так, может где-то передохнуть. А, ну это спасибо. Да, запах на букву П. Он прям уже пронизал меня целиком и полностью. Как-то здесь слишком хорошо. Опа, я что-то нашел. Персиковое желе в кустах спряталось. Тут с кем-то можно пообщаться, да? Это же, а, это барышня какая-то с метлой. Сама с собой будет разговаривать? Интересно, что это на мне надето. Хотите верьте, хотите нет, но я купил это сама. Мы, дыняне, теперь получаем достойную плату за свою работу. И все это благодаря лорду Дахалиму. Че, серьезно? Ты реально не гонишь? Окей. Че-то мне кажется, что тут прям как-то слишком хорошо. Слово на букву П все же расцвело. Ну, мы на арену идем. Может, там соглов валить надо будет. О, 500 монет и... Просто монеты, получается, тоже зашли? Окей. Дайте погулять по-братски. Так. Точка переноса. Совы я здесь не вижу. Добро пожаловать на тренировочный плац. Это гордость Висинта.
Если хотите всерьез заняться тренировками, это самое подходящее место. Мы рады всем желающим потренироваться. Всякий, кто хочет стать сильнее, всегда найдет здесь теплый прием. Глядя на вас, сразу понятно, вы не из тех, кто просто хочет улучшить свою форму. Нет, вы хотите стать сильнее всех, не так ли? Тогда идите сюда и бросьте наручи, мы с радостью проверим, на что вы годитесь. Одиночный бой, групповой бой, узнайте. Одиночный бой, Алфен, естественно. Охереть, тут можно... Бонус доступного движения цели? Что? Урон наносимый только после отправки врага в нокаут. А как я это сделаю? Так это все меняет. Перо, бритва. Ой-ой-ой, давайте начнем. Тренировка, Алфан. Принять вызов. Ну, давайте начнем. Любой путь начинается с первого шага. И смельчакам, что отважно его сделать, откроется невидимая высота. А теперь начнем ваш путь. Окей. Блин, не уклонился. А, окей. А с хрена ли их двое? А, это стрелок еще. Сейчас, я вот этого добью быстренько. Ой, тихо. У меня там есть... Не, тихо, сначала добьем. Блин, зря я использовал. Тихо, ты что так делаешь? Блин, опять я закосячил. Все? Три боя, да, было? Окей. И че получил? Очень хорошо, при виде вашей победы у меня так и напряглись руки. Окей, ничего интересного. Если не ошибаюсь, это ваша первая победа у нас. Что ж, такая невероятная сила заслуживает отдельного приза, пусть он вдохновит вас на еще большее свершение. Угу. Окей. Так. Давай вот сюда пойдем. Принять вызов. Ну, мы не будем это слушать, да? Вы способны, вы молодец. Валите. 38-й! Так, тихо. Ну, он ядом. Зачем мне на яд идти? Блин, обидно. Так, отходим. Слушай, ну бои тут будут долгими. Тихо. Вообще в никуда. Вот это красота. Так, секунду. Я не могу юзать предметы? Говно. Отпрыгни!
Ну а вы как хотели, 38 уровень. Стоп. Я использовал способность. Я надеюсь, я тебя завалю этим приемом. Так, яд. Яд на яд не подходим. Так, секунду. Отпрыгиваем. Не, на яд не подходим. Да у меня хп осталось 107. Давай, добивай. Какой ху! Я еще не готов. Не, я еще не готов на такого. Вы что, 38 уровень? Короче, арена сильная. Окей, да я знаю, спасибо. Подожди, а рекомендуемый уровень 40. Рекомендуемый уровень 40. А ты 25. Отпрыгни, отпрыгни, отпрыгни. Сейчас, подожди. Давай, по слабым точкам. Кто это? Да какого хрена? Короче, в одного это интересно? Да ёпта! Я по камням вроде луплю. Ой, слушайте, ну 25-й... Нет, 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 пожалуйста, пожалуйста! Блин, я почти его вынес. Какого х... Не, стоп, подожди. А, я профукал этот прием. Один раз по мне попадут, и я сдохну. Один раз буквально. Все, я сказал, один раз попадут, и я сдохну. А я ни предмет, ничего завязать не могу. Слушайте, ну это интересно хотя бы. Не, блин, одиночный бой за другого игрока. Групповой бой. Так, золотая броня греха. Золотая броня, уёпта. 20 уровень, давай. 20 уровень-то мы затащим. Ну это хотя бы интересная арена. Fine.
Блин, как мы быстро это делаем. Я вообще в воздухе все это время провел. Давай троечку. Мне кажется, мы и 30 уровень спокойно вынесем. А, их тут три волны. Давай, давай. Жги, жги, жги. Давай, троечку. Надеюсь, массово заденем. Троечка. Массово, пожалуйста, массовые удары. Все, ебой, три волны. И что мы получим за это? Да, спасибо. Да-да, сперпис, серебряный жетон. Ага, минут 37, рекорд. Давай сюда попробуем. Тут просто 30 уровень, я хочу посмотреть. Да-да-да, топ противник. Черепаха. Ёпта! Какого хрена происходит? Давай троечку. Хотя бы заставь их затупить немного. Я не знаю, что нажал. Блин, я не то нажать хотел. Все. Но это первые только бои. Ёбло, что происходит? Два волка таких, четыре таких. Это наши атакуют молнии? Надо что-то массовое срочно проюзать. Надо разобраться хотя бы с одним волком. Ёпта, что она сделала? Блин, меня окружили волки. Давай, хотя бы устроим одному. Я не знаю, сколько мы убили вообще, и убили мы хотя бы одного. А там же еще, скорее всего, третья волна будет. Так, ну мы уже парочку точно выкосили. Хилы. Спасибо. Мираж. Секунду. Блин, я не могу предмет применить. А, да, предметы же здесь нельзя применять. Чисто надеяться на авось. Давай четверочку. Я не понимаю, что происходит, но мы, кажется, их валим. Еще и Шон нас хилит. Так, ну у нас все подхилены. Какого хрена они такие быстрые?
Это раз. Во-вторых, когда мы такие же встретим? Давай, давай. Е-бой, я успел. Я активировал ЕЭФ. Надеюсь, сейчас будет мощно. Так, мы с одним точно разобрались. Троечка. Давай, мега-удар. Блин, какой напряженный бой, а? Блин, меня сбили способность. Давай, четверочку. Троечка, ебой. Давай, 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 давай. Выкрашивай их. Ёптать, это еще кто? Что происходит? Пожалуйста, помогите. Это две двухголовые псины. Охереть. Давай. Я сдох. Надеюсь на воскрешение. Мадам, у тебя воскрешение есть. У меня скиллов нет, но воскрешение есть, 100%. Я же знаю, что есть. Я сразу в бой врываюсь. Не знаю, мне кажется, мы не сможем. Не, мы не сможем. Ринвелл сейчас сожрут просто и все. У тебя хилов нет, 100%. Ты не можешь воскрешать, я уверен, процентов на 100. Ага, молния это от нее. Не, Ринвелл сейчас сдохнет. Живи, мать, живи! Да ладно, я сожру сейчас. Ну как-то, знаете, они очень туповато себя ведут. А, ну все, вот ее и со... 2000 урона! А, она, подожди, она жива? С одним хп? Ага, ноль! Вот это урон просто! Я этим займусь? Какого хрена ты творишь? Не говоришь, что ты одного вынесешь? Да не, не вынеси. Не, ну конечно. Ладно, окей, это нормально было. Ну просто 30 уровень не по нам еще. Все, я понял, спасибо. А, окей. Короче, это еще не для нас. Все, я понял. Неплохая аренка. Пердачину нам, конечно, намяли. Че там некоторые из ваших персонажей, я не увидел. Мы не получили, да, ничего? У-у. Ну, кроме звездюлей пачки. 30 уровень, да? Некоторые из ваших животных полностью выросли. А-а-а, давайте сгоняем. Тут квест появился? Тут квестов не появилось. Так. Пойдем посмотрим, что там произошло. Ну, по идее, мне должны за это хавку дать. Слушайте, ну арена классная. 30 уровень. Там какой еще был левел, не помню. Свинки! Свинки! Пойдем сюда. Может, где нам... Ты, твою мать, кот, ты чё? Так. Во-первых, я хочу сюда еще. Да. Смотри. Ха! Следующие животные полностью выросли. Свинья, корова, курица. И чё? Говядина. Узнать об объекте охраны скота, выбрать. Короче, они вырастают, и мы за это просто получаем хавку. Нет, спасибо, мне сюда не надо. Давай вот сюда меня. Там задание просто есть. Пофармить монстров я бы пофармил. Ну реально, потому что у меня нет ресурсов, чтобы просто оружие себе скрафтить. Есть такая вероятность, что эти оружия у меня появятся, ну вот прям не скоро. Вот прям очень не скоро. Ну эти снаряжения для этого оружия. Прям очень не скоро. Ну да ладно. Здрасте.
А там рыцарь какой-то стоит с ним рядом. Понимаю ваши опасения, но, к сожалению, сейчас у нас все люди заняты другим. Мы постараемся разобраться с этим как можно скорее. Извините за задержку. Как можно скорее, но я больше не могу ждать. А как вы не понимаете, что если сейчас же этим не заняться, нас всех ждет беда? Что случилось? Судя по разговору, дело серьезное. А, да, еще какое серьезное. У меня все... фермерское снаряжение испорчено. Из-за зоглов сволочи этаких. Они своей астральной энергией земли или как ее там заставляют металл ржаветь. Ржавые инструменты только выбросить. И как мне теперь урожай собирать? Так есть дело только в зоглах. Разве местные реняне не могут их прогнать? Это не их ручные твари, а одичалые, даже ранианам не по зубам. Если срочно что-то не сделать, вообще ведь... вообще ведь никакого урожая не будет. Минанский сейчас сыто живется, но благодаря кому? Нам, фермерам, которые пополняют закрома. Да, дело и правда серьезное. Я знаю, что это такое, остаться без еды. И ты тоже, верно, Лоу? Ага, когда приходится голодать, всего мало. А не смейся, многие в этом королевстве помнят, каково это. Не хочу, чтобы им снова пришлось такое пережить. Да, прийти на помощь. Может, пойдем и разберемся с этими зоглами. Не будем же мы стоять и смотреть, как люди умирают с голоду. Разберетесь, вы настоящие спасители. Хотя это стражи и солдатам в броне следовало бы этим заняться. Когда речь идет о благополучии людей, нельзя просто стоять и ждать, что кто-то вдруг возьмет и все исправит. Лоу прав. Мы все уладим, а ты жди здесь, пока мы не покончим с этими зоглами. Чем получим-то? Ну почему не сказали, чем получим? Заржавело. Квест, заржавело. Че, просто на полянке пару зоглов надо выкосить, да? Ну да, скорее всего. Подожди, что там есть-то? А, открытое письмо и больше ничего. Чего надо сделать? Получить, знаю, так, победите сгусток земли, 8. А, 8 сгустков земли победить. Это не они. Но кабанов придется пошатать. Вот они. Чисто потому, что надо, поверьте мне. Их надо пошатать. О, сгусток земли, 3 штуки. А я хотел 4. У них у всех же навыки появились. Я не успел я двоечку прожать, чтобы его выкосили. Тогда, получается, здесь еще один останется, да? Плюс, ну, надо валить их всех. Троечка. Блин, ее ствол классный. Она такой крутой. 4 из 8. Так, я вижу вон там еще парочка. И пшеничку можно собрать. Вон там парочка и вон там троечка. И там кристалл. Кристалл мы заберем в любом случае, потому что они нам нужны. Надеюсь, ты сейчас выкосишь и второго. Быстренько мы выкосили второго. Так. Да, иди сюда. Как раз двое осталось и кабанчика. Давай. Не, ну с ним быстро разбираемся. Я не знаю, как я всегда умудряюсь тройку нажать. Я пытаюсь там разные нажимать кнопки. Двойки, единички, четверки. Но все время тройки. Ну, мы выполнили твой квест. Мы тебе помогли. Мы вынесли четырех этих восьмерых. Скажи, что да.
скорее всего, да. Да нет, что? Около 8. Ёптамай, пошли в задницу. Вон там еще кристалл. Я за кристаллами сейчас охочусь. Кабанчики, стойте тут. Мы, короче, еще не выяснили, что вон там находится. Интересное место. Мы сейчас туда сбегаем, наверное. Да прям сейчас, чего бы нет. Сейчас я кристалл заберу. Картофель в виде морковки. Я прям умиляюсь это. Прикол ради, туда сбегаем. Может, нас туда даже и не пустят, скажут, пошли вон отсюда. А может, здесь просто какое-то новое пространство. Нет, нас туда пустили. Посмотрим. Опа. Опа, давай-ка по... О, там сундук находится. Единственная массовая атака — это вот это. Реально, единственная массовая атака — это вот это, которая просто урон по области наносит, и все. А все остальное — это так, фуфло. Может быть, здесь будет топ-зверь? Так, тебе помочь надо. А я просто видел там, я думал, это сундук. Спасибо, братан, что помог. О, 10 помидоров. В виде морковки. Он нам дал 10 помидоров, и мы собрали помидоры. Так, я вижу земляных. Я вижу земляных. Я не вижу топ-монстра. Он должен быть здесь, мне кажется. Вон там, посерединке. Ну, типа, полянка прям для него, да? Секундочку. Так, все, продолжаем. Меня там отвлекли телефонным звоночком. Легким. И ненавязчивым. Так, секунду. Ё-моё. Все. Блин, я даже ничего не успел сделать, чтобы завалить того. Ладно, окей. Все, мы молодцы, мы всех завалили. А что они охраняли? Непонятно, что они охраняли. О, смотрите, кристальчик. Ну, пока что фуфло одно. Здесь где-то сова, как мы помним. Вот тут идеальное место для топового зогла. А, вот я что за сундук принял в тот раз. Идеальное место для совы, кстати, было. Ведь этот чудик может прятаться где угодно, ведь правильно? Он же чудик. Но он тут есть. Блин, как быстро бои проходят. Погоди. Где сова проугукает, что он тут? Он не угукает. Ага. Ёпта. Серьезно? Очки мне даешь, да? Веселые очки? Окей. Все, спасибо. Это оранжевые совы пошли. Мы еще всех белых, блин, не нашли. Не, ну мы белых нашли по-любому всех. Потому что как только мы входим в локацию, он угукает. Это означает, что здесь есть сова. И мы ее находим. То есть не было такого, что мы хотя бы в одной локации не нашли сову. Так, ну и респаун кристаллов не прошел еще. Так, где мои те, кто мне нужен? А, вон они еще, четверо. Пойдем их выкосим и выполним квест. Четверо? Четверо. Прекрасно. Ну какого хрена он не пробил ему защиту? Я думал, он пробьет защиту, а он не пробил. Быстро мы их выкашиваем, конечно.
Не, ну фармить придется. Я это прекрасно понимаю, что фармить прям придется. Монстров. Прям конкретно. Причем. Чтобы набрать себе нужные ресурсы. Ну да ладно, это не сложно. Так, что там с зоглами? Можете быть спокойны, мы покончили со всеми зоглами в округе. Больше они вас не потревожат. Здорово, наконец-то я смогу покончить... починить испорченные снаряжения. Надо торопиться, чтобы все в порядок привести. Да, урожай собрать нельзя, чтобы в королевстве кто-то голодал. Надеюсь, про нас ты тоже не забудешь. Само собой, спасибо, что выручили. А рад, что нам... На столах жителей Аминанси будет вдоволь еды. Дружище, угроза затянул. Так, угроза затянула пояса. Лучшее средство заставить нас взяться за дело. Ну, да, главное, что теперь все в порядке. Эй, Альфа, ну, мне показалось, или тебе все-таки еще что-то беспокоит? С чего ты взял? Да заметил, что ты все время озираешься почему-то. Вот как. Ну, в общем, понимаешь, тот фермер сказал, что из-за зоглов весь металл ржавчиной покрывается. Ну да, и что? Да я опасался, не случится ли то же самое с броней и мечом, если об этом не позаботиться. Вот оно что. Они же тоже из металла. Ну да. А если бы все мое снаряжение заржавело, я не смог бы драться. Каждый бы ведь беспокоился на моем месте, а? Уж не пом... Так, не хочешь ли ты сказать, что пошел с нами только потому, что боялся своего добра лишиться? Хе-хе-хе. Алвин, ты ведь это серьезно? Ну знаешь, я сам удивлен не меньше себя. Флакон жизни, 1500 монеток и 140 очков. Это лыбится, параша. У тебя кулаки заржавеют, ты там сольешься сразу. Так, письмецов больше нету. А вот монстров много. Так, не надо мне сюда. Давай зайдем сюда. Тут квестов нету. У нас тут закрыто. Тут закрыто. А, тут не пускают, там закрыто. Че нам по заданию? Получите познакомиться. Так, получше познакомьтесь. Так я уж познакомился вроде с ним. Ну, мы же познакомились, познакомились. И надо на этом заканчивать. Я, наверное, форману зогликов. Наверное. Да? Да? Нет? Да. Так я и так уж. Давай пообщаемся с тобой заново. А я вспомню что-нибудь еще. Что здесь? Так, похоже, тут довольно оживленно. Что правда, то правда, наш город и выделяется формально. Мы все еще рабы, но теперь нам честно платят за работу. Так что все счастливы делают свое дело. Рынок процветает, и мы больше не беспокоимся ни о крыше над головой, ни об ужине на столе. И все это благодаря реформе лорда Дехалима. Ага, что-нибудь еще? Ничего, спасибо. А, что нам надо-то, я так не пойму. Но мы все. А, получше познакомьтесь с Винсентом. Единственный вариант — это попытаться сбегать в два этих места. Но это мы уже займемся в следующей серии. Сейчас-то мы уже все сделали, что надо. Так, сейчас посмотрю. Нет тут какого-нибудь квеста? Нет, никакого квеста нет. А на этом мы будем, давайте, пожалуй, заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Опа, всем пока!